Блин, я так обожаю в этом скине ее двойку. Как шикарно выглядит. Он агрессивный чек, да? Чисто на агрессивный чек, Арес. Лё-лё-лё-лё. Он прямо готов под таверку уже зайти. Лё-лё, бастионы ломает. Все такое. Такой, сейчас я убью ваши бастионы. Что происходит? Ай, блин. Что это за агрессия какая-то? Ну это не обоснованная агрессия, согласитесь, чат. Это какой-то, не знаю, какая-то жесть. Жесть, он прям на нас напал, блин, видели? Я в той состилил, ничего не состилил. Вообще-то это киллсейв был. Вы бы, чё, вот не, ну не шарите же за ног саппорт. Не шарите же за ног саппорт, чё вы? Ничего не стилил. Ой, метеорит сейчас мне прилетит. Посох отдаем. Лё-лё-лё, чё не делаю? Спасибо. Дед бородет. Ну получается так. Все по стилю. Я вообще ничего не стилил. Я же саппорт. Не умри. Как же они прям будут дерутся. Прям посмотри, что делают. О, первый мисс. Здорово, здорово. Второй смайт по тряхнуть стариной. Стример молодец, стример всех пересидел, будет топать. Посмотрим. Арт, сколько у тебя был самый большой донат на стримах? В смысле, за весь стрим или единичным одним? Я не удивлен, блядь. Капец, не агрессив просто. Единичным и одним. Тоже не знаю. Последнее время даже пятизначные донаты редко вижу. А так. Слушай, ну вот недавно Сандер 12 тысяч одним донатом кинул. На прошлом, на позапрошлом. Я считаю, что это гига донат. А самый большой, ну прям единичный, я не помню, друг, я не помню. Помню, что человек за стрим около 35 или 45 закидывал тысяч. Но это не одним донатом было. Вряд ли кто-то одним донатом больше 20 тысяч кидал, я такого не помню. Они просто не знают, с какой они Нокс связались, чат. Они не знают, что Нокс гига саппортач. Эти агрессивно играют, думают, что бояться не стоит. Но так не работает. Это тебе повезло, Снэкич, то, что по логике сработало. Вот, поэтому хз. Хз, Виктор, не знаю. У меня нет гига шейков, вот буквально пару человек, кто огромные суммы кидает, ну для меня это огромные суммы, а прям гига шейки чей таких нету, чтобы знаешь там
Все, тысяч кто-то кинул. Не, кстати, возможно, Бонжор накидал больше одной суммой. Когда я на плойку, я помню, собирал. Там же был большой донат от него. Он не просто так дерется. Там ты не видел, сколько звезд у этой Афродиты дарил. Единичку возьмем. На миду Нокс вообще самый слабый маг. Я думаю, ты просто хороших Нокс не видел. Слушай, я очень люблю Нокс и считаю, что я прям могу. Слева три человека, кстати. А, у них Афродита джангл или что это? Не успел. Я очень люблю Нокс. У нее нет никакого разнообразия в ее паттерне атак, так сказать. Но мне очень нравится Нокса. Надеюсь, Smite 2 будет Solo Ranked. Играл только в Solo Ranked. Ностальгия. Пусть не самый большой, но так пусть будет. Что, человек, с ума сошел? Спасибо тебе, групп. Ты псих, что ли, блядь, дабл дынч тебе. Что происходит? У меня в феврале даже кто-то из зрителей заметил, что донатов меньше, чем обычно, ну, за один стрим. Но при этом каждый стрим вот какие-то... Ашалей, друг, ну это какой-то гигадонат, че, я не знаю. Ты псих? Просто псих. Может быть и не самый большой, бро, но за последнее время один из самых больших. Чью-то зарплату отдал? Не, парни, я надеюсь, ни у кого из вас нет зарплаты в 15 тысяч. Я, конечно, это как-то дико, блин, это просто жесть. Что-то сумасшедший. Мою? Так ты студент, блин, зарплата. Ты же студент. Ну что, не побежал? Фу, блин. У меня же давление поднял, бро. Может тоже подарить деньги на ДРС стримеру, который ему отложил. Чего? Ничего не надо мне дарить на ДР, просто придите. Фу, блин. Ты аж давление мне поднял, бро. Спасибо тебе большое. А такие ЗП увы есть. Согласен, но будем честны. Кто работает на такую ЗП, того все устраивает, правильно? Просто... Они не понимают, что я саппорт? Да я урона столько не получу. У Виктор, ну ты, конечно, гига-челикс. Когда раз Берил, не вздумай донатить большие суммы, блять. Вы мне хотите, чтобы я создание на стриме потерял? У меня ОФЗП подняли, 20 тысяч стало. Ну это же ОФЗП, ты стоматолог, блять. Это вот кто, как не ты, должен кидать такие суммы? Блин, Виктор, Виктор, ты что, с ума сошел? Спасибо тебе огромное, бро. Это, ну просто, я не знаю, что это за поддержка такая. Сумасшедшая. Спасибо. Я не знаю, как благодарить за такие большие донаты, если честно. Как-то слишком даже для смайтера. Не сказать, что пересидел. Я-то в смайт играю не потому, что я жду маны небесной, когда он хайпанет. Я жду... Ничего не жду, я просто люблю смайт. Жесть, мужик. Ну, спасибо тебе большое. Давно такого не было. До позавчерашнего дня, когда Сандер кинул одним донатом 12 и 2000, и было 14 за один стрим. Вот, буквально 3 дня назад.
Уф, 15к танец Шивы полуголом благодарны. Чтобы забанили к херам канал, да? Придется делать ретро-стримы на консоли. Самому нет времени, играем на стримах. Спасибо большое. То есть ты смотришь мой контент. Я понял. То есть ты не залетный, да, шейхич, который решил мне такую сумму закинуть. Спасибо тебе огромное. Не знаю, надеюсь, блядь, ты выиграл какую-нибудь лотерею, у тебя есть возможность. И вернется тебе в 10 раз больше. Я очень это ценю. Да блядь, бро. Можешь подойти ко мне или нет? Беги, беги, родной, беги. Как так? Чел, да я саппорт. Он не понимает до этого. Там Хорезы выпустили новый ролик по Smite 2. Будешь? Конечно, конечно. Все дневники разработчиков, все дипдайвы, которые они обещают делать чуть ли не каждую неделю, будут переведены мной и сделаны ролики. Моему комьюнити понравилось. Мне недавно 300... Да слушай, я надеюсь, то, что и тебе все вернется. 10 раз больше. Изи, 69 хп. Калькулейтед, сюда! Виктор, сюда! Переведенный тобой или Алиса? Не, переводит Алиса. Мой английский, он... как сказать? Я могу перевести сам, но это будет не очень, как сказать... Ну не так вайбово, как мне кажется, как реакт на такие ролики с обсуждениями. Это все равно немножко другой формат. Это именно выбранный мной формат. Не потому, что я их быстрее хочу сделать или легче сделать. Мне не составляет труда потратить там день на перевод, да, выгрузить субтитры там. Лоску обновить, да, что-то я даже не знаю, нужно ли ее обновлять, бро. Более нельзя в лотерее казик с такими ЗП. У меня аж в горле пересохло, Виктор, ты что, псих? Не, ну видите, Ресу я как бы сайт на меня хотел. Как же я их ловлю, как лохов? Полоску. Ну что, полоску обновить надо еще посчитать, а я чуть не умею считать. Бро, притык промазал. Ну ладно, бывает. Как же мне нужен Келдеон? Оп, 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 оп. Урона не хватит. Для 7 минимум 25к надо. Да у меня, слушай, у меня одни алименты с ипотекой больше, чем семье надо. Пошел с детьми играть, а не в Smite. Удачи. Ты просто псих, пришел, кинул такую сумму и пошел с детьми играть. Спасибо тебе огромное, мужик. Надеюсь, еще увидимся на роликах, на стримах. Спасибо, шейхич. Что ты мне сделаешь? Дед Брик, чего? $25 000, типа, для семьи нужно? А это сколько? 250 000 рублей, типа? Виктор отмыл бабло и ушел. Такие вы, конечно, фрики. Вообще без миссии подлучат. Как так вышло? А последний раз помнишь себя без бороды? А я же недавно сбривал, не полностью, конечно. Блять. Я не хотел стилить.
Забей, я подожду. Fuck you. Я не стилю. Ну как я сейчас что сосилил разве? Что я сейчас не так сделал? Вот как саппорт. Да в смысле да? Я ничего сейчас ровным счетом не сделал неправильного. Здесь тай? Да в смысле да чего дакаете? Вы чё, блядь? Я сделал все гига идеально, гига просто идеально. Да, да чего дакаете, блин? Я тоже на сапах стилил. Да я не стилил! Так вышло, ну просто так получилось. Типа я не хотел. Я же не хотел, чат, не хотел. Все, посмотрите, все айтемы под саппорта. Смотрите, и тут ауры, деф и всякие вот эти вот штуки. Взял маску защитника. Сейчас собираю Хроноса, чтобы еще больше контроля кидать. Активки, посмотрите, щит, замедло. Посмотри, посмотри, что я делаю. Да не хотел я. Так. Посмотри, я что делаю, блядь. Ну это, ну как это, это ж нельзя отменить комбо, ну типа. Ищи свой, да ищу я, отстаньте. Я все идеально сделал, все идеально. Я танчу таврки, я делаю все, что нужно. Понимаете? Я сбиваю обилки, там сбиваю им огонь. Видишь, смотри, смотри, и все. Мэри, даю шилты, чтобы они не боялись драться. Задамажил. Ну. Посмотри, посмотри, что я делаю. Посмотри, что. Посмотри. Просто на идеальничах. Том Нокс, топ... Да не будет, ну, с этим, с маской топ-дамага. Смазка. Эй! Не будет топ-дамага, когда у меня есть вот это вот дерьмо. Но оно мне нужно, чтобы танчить урон. Я не понимаю, что не так, чат. Что вам не нравится? Все танчу, всех контролю. Ареса перегнал на 3 левела уже. Много стилей. Да я не могу стилить. Ну, в смысле, отменять. Вот я кинул двойку. Она же лопается без моего ведома, правильно? Кстати, вот, блин, можно было бы на все сделать, чтобы лопалась, когда ей надо. И накапливала какую-нибудь силу, что-нибудь такое. Смотри, чашу оракула беру для вас, чат. Чашу оракула. Купил Mass Effect Legendary Edition на Соньку, там 3 части сразу. О, блин, мне Виктор столько задонил. Может быть, Helldivers теперь купить? Как вы думаете? Какой-то псих просто сумасшедший. Как у ссылы, как у ссылы. Как, почему вы одно и то же пишете, как у ссылы? Идите в задницу, пишите все разное. Выглядит как накрутка. Да, как у Сцилы. Она утонула. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Ладно, пойду с дочкой играть сразу после раунда. Ты даже... Блять, не повторяйте. Спасибо огромное. Дорогие, блядь. Что? Во что вы стрим превращаете? Это что, дотерский стрим, где все друг друга подкалывают? Ну нет же. YouTube лайк поставьте. Сидите тут, что? Это же бесплатно, ё-моё. Топ-3 самых бесячих богов. В смысле, это вопрос? Или ты имеешь в виду, что Накса бесячий бог?
катай меня, большая черепаха. Все, беру камень света. Никакого даже урона. Твой топ-5 любимых богов. Ой, я почти 8 тысяч часов уже наиграл. Или сколько, я не знаю, 50 тысяч часов. Нокс топ-3. Но Нокс очень бесячий бог, я согласен. Против нее играть — это мало приятного. Никто этого просто не понимает. Ее мало ценят, мне кажется. Опа, минус ульт. Не ссать, парни, не ссать. Надо было двойку кидать. О, ого! Невероятно! Чего? Награда за нестилость. Да я не... Блин, я ж не стилил. Спасибо огромное за 6 евро. Это что, ж их донаты пошли? Как я сейчас мисс... Не, ну сейчас это фейк игра, конечно. Хайрезы подкрутили, вы видели? Но не миссил же единичкой. Не законтролил. Спасибо огромное. Исидов саппорты. Блять, что за награда-то такая? Спасибо, мужик, за 6 евросов. Мне нельзя, меня нельзя, меня нельзя. Ну это не стил опять, но это ульта работает. Докрутили донаты, спасибо огромное. Ну ж бицы, видите, бицы выбиваю. Видите, не стилил я, не стилил. Все, принимаю урон, впитываю, посмотри. Видишь? Сплошной контроль. Я поставил лайк. Спасибо, Харлич. Спасибо. Блин, спасибо, чекнулись. Дынч, за большой донат. Изиду саппорта запишу сейчас. Почему Изида саппорт? Почему ты вот не Нокс саппорт? Почему именно Изида? Жесть, еще один левел полоски. Там 6 евро было, да. Вот ты сосешь за 20 евро, за 15 тысяч рублей что делать будешь? Не знаю. Не со... Почему всосешь? В смысле? Чего я не сосу нигде? И 5-1. 5-1-10 иду. 5-1-10. Лучше, чем мой АДК, чем мой соло. Когда ты на САП играешь, у тебя и Тима хорошо играет. Отстаньте, я же не байтил человека там 15к, он сам задонатил 15к. Для меня сумма огромная, просто еще психи. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Здорово, Макафи. Стоять. Стояночка. Стилю? Смотри, смотри, смотри как. Смотри как, оп. Смотри, смотри как, оп, оп, оп. Вот, чат. Роль саппорта, понимаете? Оп, надамажил, что, вылез. Блядь, там что, опять донат? Да хватит донатить, блядь. Я вернулся после доната из доната. Канал донатный пресс. 33, что делаю? They took the laser bait. Спасибо огромное за 500 рублей. У вас что, включается какое-то стадное чувство с донатами или что? Я тебе не дам, бро. Не дам крутилку крутить. Спасибо огромное, Будыч, спасибо. Я вернулся после доната, канал донат и пипец разводняк. Спасибо большое, большой донат. Пожертв, щедрые пожертвования, мужики.
токсик. Но я пытался его развести, чтобы он остановился, поняли, и не пошел, типа, это. Ну, подрался со мной, там, что-нибудь такое. Токсик. Да хватит писать одни тоже. Так, что нам еще взять такое? Что бы нам еще взять такое, чтобы мы могли быть и саппортом, и полезным магом? Минус пузырь. У него пузырь, который не спузырил. А, это у него просто аура. Тахути. Да я собирал Тахути с маской Лона. Она как бы так себе. Научи. Че научить? Небесный посох. Ну, кстати, вот небесный посох нормальная тема, да. Нужно быть гига полезным саппортом магом. Научи так стилить. Ну где? Где хоть один стил? Вот прям пиши вот тайм-код, где был стил. Давай, пиши. Залью катку на YouTube, если будет хорошая дальше интересная катка. Напишешь, где тайм-код. Везде доска. Как же я фликаю, парни. Как же я фликаю. Ну, сейчас скилл сейв. Ну, согласись, скилл сейв. Ну, что я? Вот, ну, сейчас прям засейвил. Вот это точно не считается. Вот это точно не считается за килл стил. Опять со стил. У кого? Там даже рядом никого не было. An enemy has been slain. Я, кстати, Локи заказал. Я не понимаю, про что-то. Я не понимаю. Тролль пики не работают, Каспер, за донаты. В ранке, да уж точно. Могу в анранке не сыграть. Или ты просто, в смысле, Локи заказал, я надеюсь. Закосарь. Идите в задницу. Нет. А можно вот здесь банки закупать, чтобы они... Где? Просто Локи, все, Локи, блядь, все, сейчас все запишу после каточки, что-то. За 10, да, отстань, сука. Косарь уже не донат. Не, у нас был прикол, что типа за косарь я в рейтинг тролль пик беру. Я просто сейчас не хочу троллить. Так ММР в говне. Да не ждал я, чтобы его убили, у меня килдеуны были. У меня были килдеуны. Они убьют. Стой тут. Это сразу два объектива. Бам! С Gold Fury. Бум! С маяк. Damn. Что? Ты чё, бимба, чё делаешь? Ах, не успел закупиться. Локи на керри за 1 тп. Нет, отстаньте. Да. Ну не хочу. Ну, блин, не сливайте мне ММР за донаты. Сейчас это тоже солью. Retreat! Так, я его не вижу, парни, не вижу. Сейчас все будет. Го-го-го-го-го. Мой килл, мой. Ну, добейте Ресса. Видите? Я не стал стилить, они не смогли. Я подержу, там Чернобог разберется.
Чернобог, ты меня называл. Ну они сами умерли, чат, согласись. Все, что я сделал? Kill safe это было или что? Нет. Не стилил ничего. Это был стил. Так никого не было рядом. Я иду, парни, я иду, иду, иду. Иду наказывать, сейчас будем просто уничтожать. Го-г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 о! В бой, в бой! Сандуконг, в бой! Как же они меня очкуют, ля, вообще сакуны. Это мне надо. Вы чувствуете вот этот импакт? Вы чувствуете вот импакт от моей ноксы? Ну согласитесь, чат. Вот за все последние стримы, за все последние стримы не было ни одного такого импактного саппорта, как моя нокса. Нет. Вы чё, блин? Вы должны быть на моей стороне, а не против. Посмотрите на этот идеальный билд саппортовский. Идеальный саппортовский билд. Да вот такой, да не фотографировал я всегда помогаю им. Да сука, баф. Баф обманул. Откуда у саппорта? Это 7 киллсейвов было, бро. Это же не значит, что я бегаю, специально их стилякаю, правильно? Ой. Но урон, кстати, серьезный, согласись, чат. Согласитесь, урон прям на серьезный чех. Учитывая, что я в дев-билде. Взлетай, взлетай, давай повесим в воздухе. Все, я сейчас умру. Нет! Ну что я вот могу сделать? Я все идеально делаю. Просто все идеально делаю. Так, Немезида, давай. Ну вдвоем того уж. А, там их двое тоже, бегите, нет. Без Ноксы вы не справитесь. Беги, бро. Почему у меня не работают такие комменты? Это только для избранных, конечно. То, что ты донатишь? А, ты под своим ником, да, донатишь? Провери, восклицательный знак, арткоины напиши. Артикоины или арткоины, не помню, как-то так. Проверь, есть ли у тебя валюта канала? Валюта канала. Блин, хочу замедлятельный вард.
Там чел на Twitch подписался. Засабался, в смысле? Не сабайтесь на Twitch, это деньги на ветер, вы чё? О, спасибо. Здорово, Мега Крабыч. Температура 39, ты не болеете, чё? У вас зашёл? 39 это серьезная температура. Так что ты давай вот это вот, без вот этого вот. Куда сабаться? А, лучше на бусте, восклицательный знак бусте. Там и розыгрыши проходят, там как бы, ну, лучше на бусте. Там и наши всем известные бусти дни, как бы. Вообще, Ареса, вливаться в Ареса такое себе, я думаю. Что такое Boosty день? Это локальный мем. Это локальный мем нашего канала. Так. Они все лоу, все лоу, все лоу, все лоу. Умничка, Персифоны, что на их? Блин, напишите команду на ютубе, проверьте, работает или не вафля. Ну, сможешь написать, пожалуйста? С ними. God damn, сюда. Не, арткоины, арткоины, чтобы проверить. Exactly. Ну вы посмотрите на эту шикарную игру на Ноксе. Столько импакта, господи. Я думаю, знаете что? Что я должен в грандмастерах играть на, вот так вот на Ноксе. А, работает? Я же не знал, решил вернуться в игру, засабался. Просто минимальная поддержка, в следующий раз на бусте. Спасибо, мужик, спасибо. Любая поддержка, это поддержка. Минимальная, любая. Не знаю, сидение на стриме. Все канает, парни, все всегда приятно. Спасибо вам огромное. Я ФГ вытанчил, посмотрите, сколько у меня ХП осталось. Посмотрите, сколько у меня хп осталось, парни. Без ульты. Без ульты. Ну, все изи. Все, легчайший отчет. Ух, какое же, блин, ну очень круто.
поймал. Что? 7-2-19. Чат. Ну вы же понимаете. Вы же понимаете, кто затащил. Бум. Просто гига хорош, Ноксич. Дэм, чат. Это аплодисменты, несомненно. Лайки, вот это вот все. Кто сейчас не зафоловился, фоловьтесь. 19 тысяч урона у меня, кстати. Я, ну, Афродиту с миллиардом звезд я передамажил. А самое главное, что я передамажил долбанного Ареса и перефармил его по вардам. Ну, поглотил не так много. У нас вон Санвуконг 78 тысяч поглотил. Охренеть просто. Горды. Блин, ну я считаю, серьезная катка, мужчины. Я считаю, это серьезная катка. Достойная Ютуба и лайков, и подписок.